Главный элемент праздника 3 марта в Японии – это выставка кукол Хина Нингё. В Хабаровске есть несколько наборов традиционных японских кукол. На один из них, которому уже 60 лет, смогли посмотреть ученики 3-й гимназии. Как куклы помогают выйти замуж, расскажет Яна Коробицына. Дощечку для записи законов имеет право носить только император. Она – своеобразный древний блокнот монарха, и все, что здесь напишут, будет обладать исключительной важностью. Рядом с ним императрица и все придворные. Набор традиционных японских кукол выставляется на Хинамацури – праздник девочек. В начале марта в Японии начинает цвести персик. А вот чистота детская, прелесть девочек, она сравнивалась вот как раз с нежными цветками персика. Куклы устанавливаются на постаменте в определенном порядке. Ступеней обязательно нечетное число. Поверхность покрывается исключительно красным сукном. Если все будет сделано правильно, то девочка удачно выйдет замуж. Но выставку ни в коем случае нельзя держать долго, иначе хорошего мужа можно не дождаться. Эти куклы редко покупают. Обычно их передают по наследству. Здесь используются только натуральные материалы, например, ткани, это парча. Весь императорский двор может стоить из-за этого десятки тысяч евро. Согласно легенде, эту традицию начал один японский правитель сёгун, который имел много дочерей. Однажды он с ними сильно поссорился, очень сожалел об этом и, чтобы помириться, придумал особенный подарок. Он поставил много красивых кукол на постамент. Дочери оценили сюрприз, долго любовались этой первой в Японии выставкой. Этому современному набору 60 лет. В Хабаровске, с Токио его передал японский консул. У Нагацука-сан были дочери, потом внуки, внучки, а потом у них уже пошли мальчики. И, короче говоря, эта выставка у них хранилась дома, и они передали нам эту выставку. В современной Японии выставку кукол устраивает не каждая семья. Некоторые на постамент устанавливают эстрадных артистов, но обязательно в традиционных образах и по традиционному принципу. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри, Хабаровск. Эль, сейчас возьми ежедневник, запиши, что ты должна будешь сделать 5 мая, чтобы не опростоволоситься, как Хорошо. Я сегодня, потому что 5 Хорошо. Мая в Японии будут отмечать праздник мальчиков, и в Хабаровске тоже. Установят подобный постамент, но на нем будут находиться, естественно, куклы самураев. Союз обществ дружбы с зарубежными странами обещает устроить аналогичную выставку в гимназии. 5 мая. 5 мая.